знали своего соперника и долгое время решал там Борис Авангард. Все сутки на подготовку именно данного соперника. Ну, я думаю, что примерно догадывается, может быть, поэтому таких сюрпризов их не было. Потери Калинина для Авангарда от Барса Нарко. Ну, такая ситуация нехорошая, что-то говорит. Светлана Хайдерович, сегодняшнее сочетание, это же окончательный вариант перерыва? Ну, возможно, я думаю, что за это время, ну, если что-то там произойдет, то... Еще вопрос. Вы не понял, что-то сейчас так говорили, если не секрет, о чем собираюсь разговаривать? Ну, это своя рабочая идея, чисто профессиональная. Какие-то моменты для себя вынести, чтобы поправить, что лучше сыграть своего? Ну, конечно, я еще повторюсь, что серия непростая была, и приходилось много преодолевать. Оборона очень была хорошая, плотная, нейтральная зона была непростая. Вот. И, конечно, это вопрос такой, чем быстрее преодолеешь, тем меньше тратишь сил в нейтральной зоне, условно, да, тем больше сил ты можешь отдать лучше в зоне атаки. Вот. Поэтому вопрос нейтральной зоны будет все равно стоять. То, что мы видели, когда играл Авангард, вот он будет, вопрос преодоления. И, конечно, плотная оборона, которая тоже играет достаточно плотно, большинством, и этот вопрос, конечно. То есть как бы они с одной стороны похожие, но есть свои нюансы. Есть свои нюансы. В принципе, они должны еще добавить. Будем надеяться на то, что они добавят. Поэтому мы их сохранили. Будем дальше нарасти. Ну, все болельщики задают себе такой вопрос, Авангард, что соперник для Барса, скажем так, фартует. 2002 год, 2006. Борис тоже, да? Борис тоже. Понятно, что, может, не совсем серьезно. Это давайте не будем вспоминать то, что было. Сейчас другая команда, другой соперник, и к нему надо готовиться. Вот. И он непростой, будут серьезные игры, поэтому и я готовлюсь к тому, что будет сегодня. То, что было вчера, это было вчера. Будем надеяться. А Эмиль Гарипов, есть вообще шанс встать на ворота? Посмотрим. Спасибо. Эмиль, в порядке, судя по всему, раньше, что в общей группе работает? Ну, в общей группе он начал тренироваться, у нас уже, да, если не ошибаюсь, уже третий тренировку проводит. Вот. Ну, пока еще не готов 100%. Спасибо. Играть не будет? Наверное, нет.